Друзья, всем привет! Хочу вас порадовать. Вчера был один из самых лучших дней в моей жизни. Какое солнце офигенное! И сегодня тоже очень крутой день. Но вчера что было крутого? Мы встретились с Рафисом Камалетдиновым. Если вдруг кто-то не знает, я ссылочку на его блог оставлю ВКонтакте. И с Димоном, то есть в описании к ролику. И с Димоном встретились. И провели вместе, с Рафисом, может быть, пару часиков потусовались, поснимали, пообщались. Ну и где-то получилось, что как минимум час, наверное, еще и с Димоном тусили. И вы знаете, когда я пришел домой после этой встречи, я понял, что это было очень круто. То есть ощущение такого наполнения радостью было. И я с вами хочу этим поделиться, то есть сказать, почему оно так. Потому что одну из самых большущих ценностей в нашей жизни имеет общение с людьми. То, что мы встретились с Рафисом, и мы никогда не виделись, но знали о существовании друг друга, и встреча была настолько теплая и прикольная, принесла столько приятных эмоций, и мы были в центре Петербурга, хорошая погода, такое же солнце, много улыбающихся красивых людей, и вообще центр Питера – это очень красивое место. И когда еще такая классная и крутая компания, как Рафис, Димон и я, в общем, мы получили классное удовольствие, покатались на Мерсе Димона с Рафисом, на его тачке на Рио поездили, пообщались, кто что, кто как живет, ну и так далее. Поснимали, конечно же. И остается очень-очень теплые воспоминания остаются от этого. Также мне было очень круто, когда мы виделись с ребятами из с канала «Все о работе в такси», Илья и Стас, парни из столицы мира, Женя таксуем на Майбахе. То есть живем в разных городах, и вот так вот встретиться, пообщаться, причем до этого зная друг друга по интернету. Также в моей жизни были классные встречи с музыкантами, с которыми мы играли совместные концерты, люди с другой страны, откуда-нибудь из Германии или еще откуда-то, и дарим друг другу диски, потом ты домой приезжаешь, слушаешь этот диск, вспоминаешь эти песни, вспоминаешь людей, с которыми ты общался. Ну, вот это имеет очень большую ценность. Встречи вот с такими людьми остаются со мной навсегда. Вот что я хотел вам сказать. Желаю вам того же. Задумайтесь над этим. Старайтесь встречаться хоть иногда с людьми, которые имеют большое значение, или с которыми очень хочется. Встреча с которыми имеет большое значение, с которыми хочется встретиться хотя бы один раз в жизни. Особенно если вы живете где-то далеко друг от друга. Это прямо мега офигенно. Всем счастья, добра. Подписывайтесь на канал, на Инстаграм. На Инстаграме я дублирую весь свой контент. Друзья, пока.